в этом БМВ, когда он приехал к нам, не было никакого монитора, была цельная торпеда. Установили вот такой монитор, вот он так сзади смотрится, все по штатному. Защитную пленку даже еще не сняли. В нем теперь куча современных возможностей. Управление штатного, теперь уже стало штатным, сенсорного управления и скрутилки, которая появилась в этом автомобиле. Привет, Алиса! Кроме того, есть куча других приложений, которые вы сами можете скачать с Play Market. С помощью крутилочки возвращаемся назад, выбираем, например, YouTube. Выходим из YouTube. Звук при этом будет идти в штатную акустическую систему. И заходим в онлайн-телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам. На наш взгляд, шикарное решение для таких автомобилей. Обращайтесь, и в вашем автомобиле, даже если не было монитора, то может появиться такой же.